Военно-политическая обстановка в юго-западном стратегическом направлении остается сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России. Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки Альянса противодействовать ее нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа.